Недавно в Славянске на Кубани состоялся праздник для особенных детей. Это дети, страдающие аутизмом и неврологическими заболеваниями. Организовали мероприятие представители управления образования и инклюзивного центра «Росток надежды». Шоу мыльных пузырей, представление ростовых кукол, танцы, творческие мастер-классы и сладкий стол. Все это не только стало частью программы праздника для особенных детей. В преддверии пасхальной недели дети учились разрисовывать яйца. Для них также работал живой уголок. Организованы станции юных натуралистов. Главная цель мероприятия – социализация детей с особенностями развития. Выявление у них творческих способностей. Научно доказано, что дети, страдающие аутизмом, видят мир иначе. Они живут в своем мире. Возможно, в их мире всегда солнечно, нет зла, опасностей и бед. Возможно, их мир во многом лучше нашего. Но они рождены в нашем мире, и им нужно помочь научиться выживать среди других людей, жить по законам социума. Почему такие праздники очень важно проводить? Потому что таким детям, как никому другому, очень важно социализироваться, очень важно общаться друг с другом, с другими детками. Зачастую такие дети не имеют такой возможности, потому что, как правило, они в основном все свое время проводят дома. На мероприятии присутствовали представители правления благотворительного фонда Славянского района «Планета людей». Фонд направлен на оказание помощи детям с аутизмом и неврологическими заболеваниями. Он был организован родителями особенных детей при поддержке районной администрации в ноябре 2016 года. На сегодняшний день в центре 6 детей с особенностью развития, которым необходимо постоянное дорогостоящее лечение. Помочь этим детям сегодня может каждый. Во многих магазинах нашего города установлены благотворительные боксы «Планета людей». Также средства можно перечислить на банковский счет. Всю подробную информацию можно найти на страницах соцсетей в специальной группе «Благотворительный фонд «Планета людей». Как отмечают организаторы, праздник для особенных детей проводился впервые. В планах такие праздники проводить регулярно. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».